Че, у тебя меткости не хватает? Героически. Так Быстрее а там настакает. на один стак меньше всего лишь. А зная паладина, нахуй, два удара, все. Все стаки накопил сразу. Можно еще взять чарку, двойной удар. Я что-то так подумал, блядь, двойная атака, раз, два, 4 секунды, блядь. Хуйня полная, на самом деле. Но, блядь. Можно профитнее сделать, допустим, каких-нибудь там, блядь, 200 АП. Более-менее будет лучше. Ну, там 160 АП. Колба хуйня получается. Нет. Ну колба как она не работает? Колба нормально. Охеренно. Я имею в виду про чарку с ТТГ. Угу. Двойная атака, раз, два, 4 секунды. Ну это на словах она, ну, прикольно выглядит, да, на самом деле. Ну когда КД у нее, когда меньше было, было нормально. Да, когда 16 секунд, не спорю, 24 сделали. Сколько? 15 было. Что-то мне вообще 15. Казалось, что 12 даже было. А когда сделали 2-4, это вообще прям не очень стало. Те да. Зависли? Да. Да. Че, опять диск, что ли? Класс. Не, ну видишь, Леха, у меня сейчас АП и крит я заменил вдохом. Потом снова сломали. Растолкайте там Войда, пусть заходит. А во всем виноваты Элемы. Элемов, да? Наныли и совы. А что, а совы-то что наныли? Они дамажили. Я вообще не знаю, кто там наныл, но вот это, то, что они сделали с затмением, это прям вот прям... Наныли люди, которые там сломали. Просто он теперь без рандома. Ты сильнее там наносить не станешь. Типа, если бы вот мне прокнуло, как раньше мы говорили, да, прокнуло, то я бы столько и наносил. А, теперь она юзабельна, да? Да, теперь это просто затмение, то есть у тебя ротация стала. Ну, ты ничего не ждешь, нормально. Ничего не выбиваешь. Можно СПД больше. Ну, гневы-то все равно крутовее не станут. Главное, чтобы сейчас элемов опять не урезали, но вроде как бы дамажить хоть начали. Ладно, пока там все. Если сумоют, сильно-то будут сильно дамажить, то урежут. Да это не сильно, блин. Леха, лечь, пулять. Че, будет то пулять, нет? Пока не стал. Спулил, блядь, называется. Че вы его не трять? Ну это на ноль и те, которые, ну так сказать, из-за того, что Т5 поломали. Там же можно было, так сказать, активировать любое затмение, и был очень-очень удобный геймплей, потому что этот рандом, ну, потерялся по факту. Они же убрали эту фишку, что сам активируешь любое затмение. Вот и шли заделать талант. В принципе, здесь решение. Варят. Смерч какой. Зачем злобный? Сейчас. Сейчас, я сам кину обмен.
Кидай пол. А чё, сука, похилить нельзя, дотка на челике висит. Сколько у нас вроде плесков теперь? Три? Кого в рейде? Три. Ну чар, плеск чар. Синтека, упризм. Сегодня шея с Вальки выпадет. Думали, что одолели нас. Бэр Курюка. Не получилось. Чё с Агрура вести? Чё дохуя? Лёха, тебе место уступить на Ланатер? Зачем? Спит можно выпасть. Ты, короче, на двоих? Незыбку. Это можете по всему уметь. Незыбку на первый вихрь. Есть ДПС сурка, кто-то линкал, кто-то скринил? Да, в дискорде. Там 364 тысячи вроде. Ну я не бил. Победа. Ну и плюс рарник 20. Фывка это кто? Злобный, наверное. Фышка это злобный. А, блин, вам короче, злобный кружок, Давакин центр, звезда и ровист ромбик. Если что, там звездопады как-то по очереди, только чтобы они черные не задевали сферки. Я на келе, Вилаша на этом. Первый могучий вихрь ты не зыбку даешь, остакивая с пула, а второй вихрь, если будет, то Шектор уже дает массакру. Ну и это не забывайте разбегаться на рейндж в могучем вихре. И Ласа на двух? Да. С пула агро не сорвите. Два моба сложно набрать игру. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1.
Ложный выпад где? Где? Вадикон. Вы что, агро там срываете или что вы там делаете, блядь? Падаем. Четыре человека сдохли. От чего рассказывайте? Я сдох уже в последний момент. На меня сорвался чисто от АЕшки Алдарам, который был неактивен. Хотя я валана рабил. Крылья после вихря юзай. Так, наверное, непонятно, да? И столбил Толдаран. Я и так стопнул в самом начале. Звездопад нажал, когда появилась первая сфера. Я как раз смотрел по основной цели, я по агру далеко был. Короче, это самое. Ладно, давай. Похуй. Упремся в берсу, так упремся, значит, значит дауны. Хукмастер, давай в танка. Будем в три танка. Твой будет Талдарам. Подальше его держи от Валанара, чтобы там его не сорвали. Потом подведешь, когда... Ну, хочешь подведешь, хочешь нет, там, смотри сам. Вилаша Валанара будет танчить. Ты её чё-то... 5, 4, 3, 2, 1. Ну так дайте, ёбаный в рот. Пристабав дайте, пожалуйста. Здесь. Вы что, отбегать не, ну, нахуй надо, да, или как? Вы ранично брать между собой не можете. Рави стресс и равника. Там 27 тысяч агро всего лишь. Что осторожно. Стопни чуть. Может, Геру дадим? Да, давайте. Ага.
Бидон, ты что, не видишь эту хуйню? Слава ядро. Да похуй. Кинетика возле Келесета. Никто не видит. В кружке, кто я говорил? Злобный, да? Злобного в кружке не вижу. Бидону умер, дайте. Да, умер. Ностальгия, хулидрин, корец. Кулак, каску дайте, Павла. Мили, не идите к Келесету. Yeah.
Empower cortex spread out. Kinetics form. Кто там шотает всех? Алло, блядь, что за хуйня? Босс кого-то шотает или что происходит? Да что-то ми это, рынжи, блядь, вот за него прям стоят. При чем тут рынжи? Почему весь рейд-то сдох? Пизда, бля, я в ахуе. Валанар. Это Вилаша вылетел? Или его просто убили? Ебать, я в ахуе с вас. Чё это было? Просто, блядь, рейд косится нахуй, вы хуй пойми от чего, да? Я понял нахуй. Кто-то вылетел, наверное, нахуй. Там на вихрях не отбегают вообще, от слова совсем. Какой вихрь? Там, босс сейчас всех убил. Массейва отдаёте? Ну, у меня вон по мне вихри, блядь, прошли. Пизда, блядь, просто. Просто раньше только роги не отбегали, сейчас смотрю, вообще никто не отбегает от босса. Какой вихрь, блядь? Я говорю, босс сейчас вот, всех убил. Мне сейчас могучий вихрь по мне вошло, вот сколько я вижу. Причем тут 4... ты видишь, людей убивает одного за другим босс, блядь. Ходит и убивает, его не держит танк. Три так танка. Так и Вилашу убило точно так же, блядь, стоят. Его точно так же вихрями шотнуло, блядь. Охуеть. Ну-ка. Может, Вилаша зафикашила? Я не знаю, что там было, блядь. Вилаша Юля, да? Да, видимо. Ну, хз, я прожал ложную, я выжил. Я видел. Ну, там другие люди поразлетались. Ну, там на вихре 3 или 4 человека померло сразу. Ой, пизда, блядь. Я хуею с вас просто, блядь. От танка могут не отбегать только два роги с ложным выпадом. Все остальные должны съебать оттуда. А ты, Хукмастер, я не знаю, тоже стой недалеко от Эвилаша. Вот его убило, почему ты не забрал босса? 4 человека убило, и босс идет дальше, еще 4 убивает. Что, забрать босса нельзя или что, блядь? Пиздец, блядь, пока эта хуйня дойдет, блядь. Там Хукмастер и Эвилаш убили с разницей в 2 секунды. А, что... этого тоже убило, что ли? Да. Я в ахуе Хукмастер просто, умер, блядь, первым. Я, ну, вот, просто это пиздец, это охуеть. 2 ДК танка убило, блядь. Призан, отвечаешь за Вилашу. Бидон, отвечаешь за Хукмастера. Шектор за Войда. Ну и 2 массовика. Геншин с... Ну там, короче, РДД и Мили вместе стояли, и они, короче... Значит, не вместе стойте. РДД, блядь, 30 метров от босса рейндж, нахуй. Вы чё, ебанулись, нахуй? Танки упали, блядь. И рейд пошел падать. Пизда, бля, взяли, уронили танков. Шкаф ставьте. Сейчас, 3 секунды. Поднимайтесь, вон.
Ностальгия, если хукмастер сдохнет, сразу по нему БР. Синтек, если сдохнет Эвилаш, сразу по нему БР. Мифик, СС по Эвилаш. Дополнительная... Друидов ресуют прям вообще похуй, да? Дополнительная защита будет, нахуй. Надеюсь, там раньше 3 минут не сдохнет. Рарник тут? Рарник. Ай, бля. 5, 4, 3, 2, 1. А, Келесет. Сука, заебал нахуй, долбоёб, блядь, ебаный, иди сюда, блядь. Веру. Бейл, рост. Стойте, стойте. Вихрь, все в курсе, что делать. На ступеньке увиди. Кинетикс
шары ебаные, блять. Вот и мало. Ты знаешь, блять, это как на работе, блять, девчонка с тяжелой гастроемкостью идет к холодильнику. Мой корефан Роман такой 110 килограмм. Такой увидел глаза по полтиннику, блять, и право-лево, так же как эти шары черные, блять, не знают куда сюда, туда или туда нахуй. И руки расставил такой, типа якобы помочь. Ебать, хохма была. Синтек, ностальгия, рез. Геля кинетика. Че вот это за залупа? Вы че не можете стопнуть, не двигаться нахуй? Злобные инвизибла. Вадикон. Вадикон топу. Фулл баф им давайте. Наберется минута 30. Убивайте Келли, там 3 ляма. Осколок. Транс возьму.
Что, на Вальку или дальше на Лану? Пошли на Лану. Убить бы ее сейчас хорошо, чтобы еще кто-то печеньку получал. Хули ее убивать там? Не, ну это да, но... Это мне хуй убивать. Надеемся на лучшее, а то им все лучше. Что, три фласки кончились, что? Я сопрот, меня сопрот, мне это не нужно. Бойт. Ты меня слышишь? Все, спасибо. Фулл саппорт и пьем. Да. Надо банк поставить. Что за хуйня? Зависло, что ли? Что-то не берется. Нет. Какой-то баг, блядь.
Сейчас я вернусь. Не берется что-то с банка, нихуя. Да, может, его взъебал кто-то уже. Может, у тебя прав нет? Да, блять, у ГМа нет прав. Там, наверное, кто-то взъебал банк уже, покидает гильдию. Че, у кого сапроты есть? Фальшивый соратник какой-нибудь. Ну, значит, это, у кого сапроты есть в рейде? У меня две штучки только, своих. Ничего. Я не знаю. Пиздец, какая-то хуйня. Значит, похуй, значит, поебать. Все. Не берется нихуя. Так, расставлять вас хилы или не надо? Да так же, как и... Ваша, да, будет танчить? Слава, слышишь, а промокший рецепт что, можно передавать? Да. Его даже можно продавать. Так. Ой, ты будешь танчить? Да. Так, короче, Кеншин давай в луне, бидон, ромбики, шектор, треугольники, синтек, кружки и призм звезде. Так, три приста всего лишь. Диспельте фир по максимуму, старайтесь. Ну и там. Где Вилаша? Заходит. Я на вторую взлетку и маздом. Так, короче, незыбку я даю на первую и после второй. Вилаша, ты на второй только даешь. Взлетки на вихре, незыбку. Шектор вместе с ним даешь, массакру. Ну а мастераур там, смотрите, на первый, кто на второй. Там. Ваш там не таунти, а агрони набирай на полную войду. Даю что. 5, 4, 3, 2, 1. Под жопой, если еще стоим, если кто забыл. Стоит в рейде, что-то не могу понять. Нет, я выдержал. Показалось. Интер.
смотрите там это. Укус передадите и сразу тучки. После следующих теней эфир. Бидон. Бидон нас диспелить. Тотем трепета себе там обнови. Походу. Беги, малышка, беги! Бидона захилить. Да. Еще водикон по нему инер добавь. Тени. Ревиз только в шухоле дринка. Ну к шубе где мы? Все видят, кто укушен, кто нет. Я равненько буду кусать. Равненько. Сейчас после этих теней эфир будет. Топа, кош. Топа, ложный. Или кош, что-то. Сейчас будет эфир, готовьтесь. Там маленькая лужа. Сейвы готовим по фулу. Вай, Вилаша. Гимны, там все, что это, отдавайте. Зубы на себя, гимн. Спокойствие давайте. Да, весь только что топа. Все, главное сейчас 8 кусов ДДшникам передайте. Владикон хурюка кусает. Кук мастеру кушает. Сейчас тоже. Сейчас тени надо будет. Тени 2 секунды. Мифик. Че? Все передали, да? Даем Геру. Тени сейчас смотрите внимательно. Секунду. Рарник. Ебать, мы снесли ее нахуй. Осколок. Угу. Еще Вальку ебанем. Никто не спешит никуда, да? Ну вот видишь, Костя, ну, Вальку ебанем. Кто все уходит там? Давакин вроде. Кто уходит, Давакин? Давакин писал через 20 минут. Изобрать же, ой, это злобный друг. Ну без двоих, я думаю, мы сможем справиться, или им что-то надо там. А он Леха пусть заходит. По силе это призван в ДД. Ну это я один. Трэш, давайте почистим. А что там, кто-то уходит? Трэш, Вальку и трэш до синдры, чтобы завтра проще было. Злобный и Давакин. Кирсори пишет, возьмите на Вальку. Так, что там получается?
Я могу уступить Кёрсори на варку, я спать пойду, мне завтра рано вставать. Так, 1503 квартальных. Блять. Ну, Кёрсори, глядишь. Не, нету косаря. Мысли? Нету уже косаря. Уже все. Уже все, поздно. Добровольное пожертвование. Вы... Ой. О, это ты всем за это, а замене? Ну, а кто там на замене? Ну, Хэлло сидел. Хэлло, Кёрсори, важный. А Вилани на замене. Так, сейчас... Самое... Кто уходит, Девакин? Уже ушел, да? И Биг Дэм? Да. И все, да? Злобный. Так, ну уходите. Не-не, я пока тут, я варку-то еще я могу банать. Я просто если кому-то надо на варку, я слот могу уступить. Так, ну вот как раз берем. А потом кто еще? Влажный. Он похилит. Вивания. Ну и давай этот, тон. Лёха, заходи. Да я зашел, как бы я на месте. О, дайте пот. А у тебя там общая ИП или разная? У меня разная. Так. Я одеваю и того, как говорится. Так, скажите мне, кто там получит, значит, Керус... А, там можно ИП плюсует? Так, Кёрсори. Кто еще? Хэлла. Авилания. Так, Авилания. Не люблю щиты. Так. Все или еще кто-то? Не люблю щиты. Так. Можно Кека еще? Да, точно. Кека. Так, все, никого не забыл, да? Ну я тебя накинул уже. Все, вижу. Так, ну сейчас еще мы, получается, босса одного убьем, это что там, 300 ИП? Так, ну тогда Биг Дэм, Девакин можете идти. Ну челики на замене, получается, чё? Пока. Так, я накидывал, нет? Да, накинул. Глупый крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Thank you.
Ставьте портал, шкаф. Так, там замена, никому ничего не надо. По шмоту, типа? Ну да, типа по ИП, потому что. Ставлю рыбу. Ну да, чтоб шею дала. А что, ты не кидал, что ли? Нет. Я вроде писал. А, ну да, точно не кидал. В принципе, не сильно. Так, на позицию. Бичи, что ли, блять? Диспельте теперь с них эту. Ваша задача не толстые, блять, а мелкие. Чего у него под ебалом еще стоит? Чуть не сдохли. Речка справа. Respond.
Мифик СС на Шектора, ибо не пока. А я уже. Има будет синтак. Накидывай хиль. Вектор, выходишь, прожимайся. Я тебе кое-что дам. Блять, как неудачно. Еще портала, да? Чисто так обновить. Да ладно. А. Че за хуйня? А у тебя шоссе было? Не сработало. Нахуя вы герой, да? Стоп, урезай. Suppressors. О, блять, историю. Не топ. Че, залечу. Suppressors spawned. Верста 15 секунд. Че я залечу? Все хилы сдать. 10. Да там просто больше волн станет, ничего не случится. Я все залечу. Плащ выполни, фига себе, и два кольца и плащ, типа мега лут. Какие два кольца? А топового кота нету у нас. Ряда Вакин. Героический, да, РПБшная с ловкостью. Прикольно. Ну как раз там два кота, по-моему, в рейде, да? Ой, не только котам они нужны.
Ну, варом еще, но варов нет. Еще вон рогом многим. Мы защищать себя, будем, да? И либо уже все. Нет, трэш еще и ебанем, портал откроем. Окей, еще бежим. Всем РПБшникам эти кольца, да? Подсолнух ебаный, блядь. Чё за хуйня, блядь, не хилит, нахуй. Геральник. А спать пошел. Все, добежал. Пошли бить. Наличие в этот раз опять бах поймать. И без бага легко убивается. Не, ну и без бага. Так просто быстрее будет. Кстати-ка, по ДПСу мы там в притирочку. Ну там не лучшие ДПСеры были. Чем вы подходите близко? История реально чокнутая, бля. Ладно, я под Паблом подошел. История-то выжил. Он просто чокнутый. Хотел испытать удачу. У него есть ангел-хранитель. Сколько там у кошек жизни? Ноль. Драконов тоже сразу все залил. Да, но если их не убить, портал не откроется. Кто там накурился, нахуй? Нихуя, блядь, косяков, по-моему, раскидали, нахуй. Смотри, блядь. Чисто в бане сидим, паримся, ебаный рот. Хорошо так.
Кабаный покос, блядь. Поддай парков, да? Что там нарисовать хочешь? Что, Войда, будем хлопать, блядь? Где мы бы ебать зима? Вставайте, веник, блядь. Куча зелени, синьки. Какую-то хуй нарисовали тупо. А это на ТТГшные, короче, ну, ТТГшные чатки, шмотки, да? А, получается последняя, как сказать, ну, 284-я получается, да, чарка? Да, меньше. Да, а да, да. А то я думаю, нихуя себе так, 24 есть, а почему 20 нет она? Там вообще 18 вроде. Нет, на автоатаку, короче, ну, то есть на двойную атаку, 20 последних секунд. Добрый вечер всем. Это... Привет. Лёха, будет 271-я двадцатка. А после неё ещё будет 284-я. Что-то интернет у меня отвалился. Надо заходить? Поэтому, скорее всего, будет... Ну, хочешь заходи, хочешь. Ну, сейчас уже так. Драконы ну... остались только. 271, 24 секунды. 250... А нет, 271, да, 24. Да, да. Там войско. Мифика, а у тебя сколько хосты? 890. А там есть и шмот еще подапница, некоторые возьмется еще больше. Чем так? А у тебя ротация какая? Порча, жертвенный огонь и просто испепеление жмешь и поддерживаешь две доты, да? Не, у меня 1, 2, 3, 4 и все. А? Да я в демоне не играю. У меня, сука, еще глючит, походу, в этом демоне. Ну его нахуй вообще, чтобы, сука, сломали. А ты в Дестрике сейчас? Да. Угу. Там в демоне вроде бы 1300 что-то такое там надо хосты. Я вообще не понял. Но я сколько не видел демонов, они СПД крит забивают. Вот интересно, если бы не было вот этих ребутов, споров и всякой херни... Я провалился сквозь текстуры и умер.
убили бы мы вот эту синдру сейчас? Или убили бы. Ну да, да Ильича можно убить. Два ребута было. Спокойно бы убили синдру, может даже Ильича потравили. Хули его тратить, его убивать можно с первого трая. Ну вот делайте тогда, ребята, вывод. Кто там ссорился? Там ссора-то была, блядь, там Войд замутал сразу и все, чего уж ты начинаешь. Вот дисконы, да, долго. Там извилин не хватит с выводы сделать, к сожалению. Что еще? Ну вот и понеслась. Я говно пошло. Захиливаемся. Масхил. О, пошло. Тотемы там убить петов. Че, все? Все. Так, епешка. Город до варан поставьте. Дайте на варан, да. Так, а кто ставит?